Добрый вечер, большая страна, добро пожаловать на футбол, добро пожаловать на Мелбет Первую Лигу. Мы с вами в Грозном, мы с вами на матче 18-го тура, в котором лидер нынешнего сезона Владикавказская Алания дома принимает соперников из столичного футбольного клуба «Родина». Можно начинать. Поехали, друзья, и по составам давайте пробежимся. Начну с футболистов Алании, вот такой вот интересный вот мяч от «Родины». Роль одного из основных голкиперов выполняет. Гордюшенко на Амура Калмыкова. Астемир Гордюшенко проходит. Здесь пас. И Татаев с линии буквально таки успевает. А вот вам и Родина, пожалуйста. Сидели, что называется, ждали. Появляется Руслан Байтуков в центре обороны. Появляется очень неплохо. Здесь атака Гордюшенко, перекладина. Вот вам, пожалуйста, опять на коротке. Это Иван Тимошенко. С Гордюшенко они обыгрываются. Тимошенко, ой-ой-ой, прошивает этой передачи. Калмыков открывает счет 1-0. Амур Калмыков. Вот так вот. И привозище там от Алексея Татаева, если я ничего не путаю. И Калмыков здесь отправляет отдохнуть Солдатенко в буфет и открывает счет. Доволен Владимир Бесчастных, доволен Александр Павленко. А сейчас сумасшедший забег будет выдавать Артем Воропаев. Вот он, пожалуйста, набирает скорость. Воропаев дальше на Калмыкова. И Амур Калмыков уже здесь видит, куда можно стрелять. Стреляет 2-0. А Алания-то где? Иван Тимошенко забивает. Ликует сейчас вся Москва, ликует сейчас все те, кто за Родину переживает. А где оборона Алании? А где вообще Алания? Видел же прекрасных это Кочев, что за спиной у него стоит Тимошенко. Если накидывать, то накидывать сверху, ну, хотя бы минутку, да, чтобы прям уж совсем было пободрее. Тем более, что Алания ошибается, передача, Калмыков 1-1 выбегает. Можно сейчас 3-0 делать и такую точку маленькую поставить. Калмыков и пожалуйста. Вот можно было сделать, он сделал 3-0. Злой гений Алании абсолютно, Амур Калмыков. Все внимание, все лавры сегодня к нему. Забудьте про Галаяна, забудьте пока про Георга Биани. Амур Калмыков показывает, как нужно играть. Росимов из Петербурга, Хамид Талаев и Дмитрий Лысенко ему помогают. Подача от Алании, опасный штрафной. И не туда вот после этого удара в исполнении Алексея Татаева мяч полетел. Ярко играл, всех достижений его там я знать уже не буду, Артем Воропаев. Ну и хороший сейчас. Вроде не падение, угловой. Угловой показывает нам с вами. Кстати, о птичках. Мне кажется, что Клещенко-то зацепил. Да, Корян прокидывает. Ну, хорошо. Угловой, розыгрыш здесь. Азамат Засеев. Удар наносит рядом со штангой. Сангаре все контролировал. Москвичей. Лучшая в этом сезоне серия, кстати, у Алании. 4 матча. Если я не путаю, там Георг Биани, Сангаре перед собой, а Мальцеву ли не в руку там мяч попадает. Байтуков уже без сил падает, Куфа Рубин, какой бы ни была Уфа, как бы ни были дела у Рубина, как они бы не складывались, но это все равно будет крайне любопытно. Атака Алании, здесь удар Сангаре. Дэвид Сангаре, запомните это имя. Ой-ой, хороший перевод какой. Ташаев, шедеврище! Александр Ташаев, 3-1. Это, конечно, слишком поздно, но это шедеврище! Легчайший парашютик. Заброс за спину Дэвиду Сангаре. И все, друзья, звучит финальный свисток. Протоколируем мы с вами главную сенсацию этого тура. Родина в Грозном бьет Аланию.